Я рада приветствовать всех на своем канале, любимых подписчиков и гостей. Если вы находитесь на моем канале впервые, советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А также вступайте в мои группы в Одноклассниках и ВКонтакте. Сегодня мы будем рассматривать очень легкий и интересный узор для пуловера. Он двухсторонний, ничего в нем сложного нет. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 14 петель на 5 рядов. Для примера нам надо набрать 28 воздушных петель. 28 воздушных петель. Держим петельку. Набираем 3 воздушные петли. От той петли, которую держали, заходим в следующую. Вывязываем 4 столбика с накидом в каждую петлю. 1, 2, 3, 4. Итак, набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем 4 петли внизу. 1, 2, 3, 4. Заходим в пятую. И вывязываем 10 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. 6 воздушных петель. 4 петли внизу пропускаем. 1, 2, 3, 4. Заходим в пятую и вывязываем 5 столбиков с накидом до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Первый ряд связан. 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Переворачиваем работу. Первый столбик пропускаем и вывязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. 6 воздушных петель. Пропускаем эту воздушную цепочку, заходим в элемент из 10 столбиков с накидом и вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 воздушные петли. Пропускаем 2 столбика внизу, заходим в третий и вывязываем 2 столбика с накидом. Две воздушные петли, пропускаем 2 петли внизу, 2 столбика, и провязываем 2 столбика с накидом, столбик, столбик. 6 воздушных петель, пропускаем воздушную цепочку и провязываем столбики до конца ряда, столбик, столбик. 2, 3, 4 и 5 столбик мы вывязываем в третью петлю подъема.
для выравнивания края. Край у нас прямой. Второй ряд мы связали 3 воздушные петли, переворачиваем работу, вывязываем 4 столбика, столбик, столбик, 1, 2, 3, 4, 6 воздушных петель, 4, 5, 6. Пропускаем воздушные цепочки и вывязываем 10 столбиков с накидом. 1, 2, заходим под арочку, вывязываем 2 столбика с накидом. Далее вывязываем 2 столбика с накидом. Заходим в арочку, вывязываем 2 столбика с накидом. Далее 2 столбика с накидом. Шесть воздушных петель. И заходим в конце ряда, вывязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4. И в третью петлю подъема 5. Третий ряд связали. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Вывязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Теперь смотрите, что мы делаем. Мы вывязываем 3 воздушные петли. Заходим под первую воздушную цепочку, которую мы делали, и вывязываем столбик без накида. Затягиваем, чтобы у нас красиво получился бантик. 3 воздушные петли. Вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 воздушные петли, 2 столбика внизу пропустили, заходим в следующий, вывязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика пропустили и последний вывязываем 2 столбика с накидом. 3 воздушные петли. Заходим под первую воздушную цепочку, вывязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. И в конце ряда мы провязываем 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4. И в третью петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. Четвертый ряд связан. Все поправляем, потому что у нас это ручная работа. Вот так вот получается. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Провязываем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. И мы сейчас с вами будем вязать первый ряд. 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Вывязываем 10 столбиков с накидом. 1, 2. Заходим под арочку 2 столбика с накидом. 1, 2. Вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. Вывязываем 2 столбика с накидом под арочку. 1, 2. 2 столбика с накидом.
Один, два, шесть воздушных петель, три, четыре, пять, шесть. И в конце ряда мы помним, мы вывязываем 5 столбиков с накидом. Один, два, три, четыре. И в третью петлю подъема 5. Мы связали образец согласно схеме. Узор простой, несложный. Сможет связать даже новичок. А посмотрите, какой красивый получился пуловер. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. А также вступайте в группу ВКонтакте и в Одноклассниках, где я размещаю видео для правшей и левшей, фотографии, выкройки, схемы и описания. А пока-пока!